Профилактика правонарушений в цифрах и фактах. Сегодня в Доме правительства обсудили выполнение целевых показателей за 2020 год. Статистика убеждает, противоправных действий стало меньше. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 11%. В том числе снизится уличная преступность, преступность, совершенная несовершеннолетними лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Меньше совершено убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Одна из серьезных профилактических мер – трудоустройство бывших заключенных. Занятые делом люди меньше идут на повторные преступления. В 2020 году в Алаторском, Канашском, Комсомольском, Порецком, Шумерлинском районах лица, освободившиеся из мест лишения свободы в центре занятости по вопросам трудоустройства не обращались. И тут нам тоже нужно проанализировать эту ситуацию, почему так происходит. Или лиц данной категории нет, или же они плохо информированы, или же просто не хотят трудоустраиваться. Эту работу мы, конечно, должны вместе с центром занятости, с УФСИНом провести, чтобы понимать, в каком направлении нам двигаться дальше. В этом году, в сентябре, в Чувашии пройдут выборы Государственного совета и депутатов Госдумы России от республики. Важно, чтобы обстановка была стабильной, а публичные мероприятия носили согласованный характер. Ольга Семенова, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика.